Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. И мы разговариваем уже не первую передачу про Петра I. Я напомню, что 2022 год является юбилейным, 350 лет со дня, с года рождения Петра Великого. Мы знаем Петра как величайшего реформатора. Мы знаем, что его реформы как были положительно оценены, так и отрицательно. Но мы не будем говорить обо всех реформах, это просто даже не наша компетенция. Мы говорим о вере, и мы поговорим о том, как его реформы отразились в жизни православной церкви, русской православной церкви. В прошлый раз мы нарисовали некий исторический контекст, в который входит молодой царь. Сегодня мы продолжим уже говорить о непосредственно реформах, и сегодняшняя наша передача будет посвящена минусам. Какие минусы реформ в жизни церкви, может быть, до сих пор тянутся? В следующий раз мы поговорим о плюсах, но сегодня о минусах. И говорить мы будем с ректором Самарской духовной семинарии, с кандидатом исторических наук, что немаловажно, с отцом Максимом Кокаревым. Батюшка, здравствуйте. Добрый день, отец Сергий, добрый день, дорогие зрители. В прошлый раз мы поговорили о Петре, который видел какую-то жизнь церкви и которая в каких-то своих аспектах его не устраивала, в частности, взаимоотношения царя и патриарха, в частности, роль церкви как такого государство в государстве. И вот, собственно говоря, мы сегодня поговорим о том, что же он начинает реформировать и как эти реформы в некотором таком отрицательном значении отразились на жизни церкви. Мы с вами до эфира договорились поговорить в таком ключе, так обозначить некую тему. Чего бы в церкви никогда не было, если бы не Петр I. В данном случае имеется в виду со знаком минус. Я понимаю, но в общем здесь, наверное, надо немножко скорректировать, в том смысле, что это очень такая неблагодарная задача — пытаться размышлять, чего бы точно не было, поэтому вот ни за что поручиться нельзя. Угу. Потому что, конечно, получилось так, как получилось, и может быть, как я в прошлой передаче могу аккуратно сказать, высказать, что если бы не Петр, процессы вполне возможно происходили бы мягче, в подобном же направлении, но мягче. И поэтому сказать о том, чего бы не было совсем никогда, мы можем предположить, что другой на месте Петра, вряд ли бы отказался от пути становления, действительно, это общий процесс везде шел, абсолютной монархии. И, наверное, что-то похожее, какие-то изменения в взаимоотношениях с церковью были бы все равно, потому что, эта старая византийская русская, модель, она вряд ли бы сохранилась. Вопрос в том, как бы это, был бы это вот тот самый синод и вообще вся эта система точно таким же. Но это, конечно, вопрос. Вполне может быть, что действительно резкость Петра, возможно, оставлен был бы институт патриаршества кем-то другим, если бы не Петр, но были бы как-то выстроены по-другому взаимоотношения, ограничены, очерчены рамки, завершен процесс лишения церкви этого судебного иммунитета, суда внутри, такого независимого церковного суда внутри. Поскольку, конечно, государство такое сильное, единое и еще и абсолютная такая монархия, конечно, такого допустить, чтобы значительная часть населения была не подсудна гражданскому суду, а имела свое митрополичие или патриарший суд, конечно, вряд ли. Все эти процессы могли быть такими же, но вполне возможно, что это все было по согласованию, собственно говоря, в каком-то процессе диалога и выстраивание новых отношений, все-таки с патриархом. И плюс, я сейчас тоже слушаю вас и понимаю, что, в принципе, никакое явление не может рассматриваться только с отрицательной стороны. Да. То есть, тот же синод имел и положительные какие-то измерения, то есть, и полностью сказать, что это нечто ужасно отрицательное, с чем нужно было бы
бороться и чего не стоило бы ни в коем случае допускать, наверное, в полной мере сказать нельзя, потому что у нас даже внутри церкви есть сторонники, ну, их, правда, не очень много. Есть. Вот, синодального периода, чтобы... И меня, как бы, я, конечно, несколько резче относился к синодальному периоду. Давайте для зрителей сначала поясним, что это такое. Да. Ну, в общем, короче говоря, когда Петр Алексеевич, значит, начинает свою деятельность, сначала он начинает это еще при, так сказать, он несколько такой параллельной жизнью, потому что там одно дело, там правит Софья, да, ему много власти, естественно, не дают, он занимается своими потешными войсками, постепенно, кстати, все больше утверждается, ну, в образе жизни, сильно отличного от классического такого московитского, поскольку все его интересы вот, лежат в, там, в полках нового строя, в, все его друзья в этой... значит, в немецкой слободе на какую, и любовь его там, и все остальное. И понятно, что это знаменитая картина, где Петр еще перед патриархом Адрианом, по-моему, перед мамой там всем шокированным, щеголяет, значит, европейским платьем, молодой совсем Петр, я, к сожалению, забыл, у меня память, кто автор. Это знаменитая картина, где он так стоит под боченец, патриарх на него с печалью смотрит, и маменька, и все остальные. Вот. И понятно, что он формируется как личность, и, конечно, это не очень классический царской, да, Московской Руси. Вот. Но потом, наверное, еще более его утверждает, да, в том, что надо как-то вот менять эти отношения. И он с печалью узнает о достаточно большой роли духовенства в последнем этом стрелецком мятеже, когда Софья пыталась его, собственно говоря, значит, от него избавиться в деле Шахловитова. И когда он участвует уже в допросах, все, это все постоянно, действительно, то есть его сам облик, его зачастую поведение, да, ну, церковь ставила в оппозицию к нему. То есть вообще не надо думать, что это была односторонняя история, потому что, ну, церковь действительно пыталась, некоторые деятели церкви пытались вполне активно бороться с его европеизацией, с его этими начинаниями. Поэтому и получали, соответственно, обратную реакцию. То есть самое... Еще до синода, да, пока вот это все постепенно идет процесс, умирает там, значит, осенью 700 года патриарх Адриан. Петр в это время находится на войне, на театре боевых действий. Ему сообщают сразу об этом сначала, значит, по-моему, Тихон Стрешнев известный, да, скажем, боярин, который на Москве страшным был. И потом, что интересно, следующую пространную записку, что теперь делать, присылает Алексей Курбатов. Прибыльщик, ну, то есть человек, отвечавший за поступления финансовые. То есть это фигура очень характерная. Ну, сразу он пишет, что нужно сейчас брать все по смерти патриарха, все имущества в свои руки, доверенным людям. И что делает Петр? Первое, что делает Петр, воскрешает монастырский приказ, который когда-то создал его отец. К вопросу о том, что все-таки это было одним из важнейших направлений. Причем, в конце концов, монастырский приказ был в 17 веке все-таки упразднен. Позиция церкви была такой, согласованно негативной, что, в общем-то, окончательно в 1675 году, да, уже после, да, вот был упразднен монастырский приказ. Петр через четверть века его возрождает первым делом. Все земли переходят в ведение монастырского приказа, они формально еще считаются церковными, везде пишутся, считаются, но управляет ими боярин Мусин Пушкин. Вот. И там, в общем, доходит до того, что Петр не торопится выбирать патриарха. Вообще, надо сказать, что все историки сходятся, что вряд ли он сразу созрел, что патриарха не будет вообще никогда. Просто сначала была война, ему было действительно некогда. Его просили не торопиться, просили назначить. Вот как бывало раньше, что подолгу бывал местоблюститель. Он назначает, значит, малоросского такого характерного представителя. Он очень тяготел к образованному духовенству. Оно все было в основном малоросским. Стефана Еворского. Да. То есть все фавориты... Петра, в Стефане потом разочаровался отчасти, потому что Стефан был малорос, но все-таки он был такой, скорее, вот таких, я бы сказал, пописских, да, то есть такой малорос, который пропитан, ну, католическим влиянием о силе церкви, о власти. Да, ну, а Петр тяготел к протестантизму. Абсолютно. И пока он себе не нашел человека по духу сходного, он разочаровался быстро в Стефане Егорском, но как бы оставил, он был до конца, он был первым президентом Синода, собственно говоря. Сначала долго был местоблюстителем. Так вот, Стефан Егорский как раз сталкивался с тем, что он в свои, он же местоблюститель патриаршего престола, и вот патриаршие земли, собственно, патриаршего двора, как бы он там главный, но он писал там, что без разрешения Мусина Пушкина, боярина, он въехать на территорию имения и патриарших не может. То есть очень быстро достаточно, да, власть была установлена финансовой. То есть Казанский тогда был очень авторитетный, известный архиепископ, епископ Тихон, он писал, что он лишних сколько-то там литров вина церковного из своих погребов без подписи Мусина Пушкина не может выписать. Ну, Петр-то вообще, в принципе, был достаточно скуповат. Если до Петра церкви одаривались какими-то дорогими, дорогущими евангелиями, потирами и так далее, то тут вот я где-то читал, что
Савва Старожевскому монастырю он преподнес как-то подарок, и все прямо были очень, надо сказать, удивлены, что патриарх вообще, Петр вообще каким-то образом одарил их, и это было две бочки селедки, вот, к столу, так сказать. Вот. Но все-таки вот к синоду, к синодальному периоду, вот. То есть упраздняется патриаршество. Сначала оно упраздняется таким вот вялотекущим образом, просто у нас долго-долго на 20 лет местоблюститель, который действительно, ему прям были четко очерчены границы, только блюсти за духовной жизнью, за догматами, за, так сказать, есть какие еретические, там эти все, все материальные быстро были, так сказать, изъяты, абсолютно, это монастырский приказ. И все проявления, то есть ему неоднократно делались выговоры, его вызывали, его в конце концов обязали жить в Санкт-Петербурге, он там не очень хотел, классическая история, это в Москве, так сказать, да, все это, перенос столицы тоже его не очень радовал. Вот, там были дела, когда он пытался проявить самостоятельность, а он все-таки такой действительно, вот малорос такой достаточно властный по-своему был, и он Петра действительно обличал, он, в общем-то, вслух называл царевича, да, Алексея Петровича, единственной надеждой, то есть все смотрели, вообще дело царевича, вообще считается, что окончательно синод родился в голове Петра как после дела царевича Алексея. Когда царевич Алексей сбежал в Европу в 1716 году, Петр длительными переговорами его оттуда все-таки в Неаполе обретя, его оттуда вытащил. И когда начал расследовать его дело, выясняется, что вся верхушка духовенства, она просто чаяла, а его духовник, царевича Яков Игнатов или Игнатьев Протопоп, в процессе исповеди, когда он сказал, что я желаю смерти своему отцу, когда сказал царевич, он сказал, ну, не такой уж это грех, царь, мы все ему того желаем. Вот, то есть, и под пытками, конечно, царевич сдал просто всех. Вот, и сам он, в общем-то, в темнице сломанный умер, и начались пытки и расправы. Протопопа Якова Игнатова казнили, духовника царицы казнили, Федор Пустынный, ростовского епископа Досифея казнили, епископа, киевский митрополит Иосаф Краковский умер от сердечного приступа со страху, пока ехал в столицу на провеж, его тоже вызвали. И еще одного главного фигуранта, крутицкого митрополита Игнатия Смолу, тоже известный, Его просто по старости лет помиловали, сняли с должности, ну, вообще просто сослали, но не казнили. Ну, то есть, вот это все разгребая, Петр Алексеевич еще раз убедился, что, ну, вот в этом заговоре, да, от которого прочили в лидеры вот старой московской партии, чтобы он изменил все, откатил назад, вот, что Петр тут нареформировал. То есть с ним были связаны чаяния старой вот этой, значит, Московской Руси. И духовенство там играло действительно большое. Чего уж там, поэтому, собственно говоря, удивляться реакции Петра не приходится. С этого момента для Петра было очевидно, что надо что-то делать, никакого патриарха не будет, потому что он не хотел ни повторения того, что было при отце, вот, не создавать ни какую-то возможность, даже какую-то оппозиции себе тут вот под боком. И он находит Феофана Прокоповича, а это как раз тоже замечательный малорос, который вот так получилось, что учился в униатских, там, в разных, там, сказать, католических заведениях. И даже ненавидел иезуитов. И даже реально менял веру. Они все меняли веру. Нельзя было поступить в католическое учреждение, оставаясь все-таки четко обоснованным, как бы, православным. Он был униатским, там, базилианским монахом по имени Елисей. Потом вернулся, все это, значит, покаянием смылось, как все они делали, все, кто учился, все считалось, ну, покаешься и все, да, и стал уже там и инохом, там, с Самуилом сначала, потом вот он стал там Феофаном. И, да, он вынес абсолютную, так сказать, да, неприязнь, и вот тут они нашли друг друга вот в понимании того, как должно быть выстроено отношение, они смотрели на это. И эта модель, то есть Петр создает в 1721 году, окончательно появляется на месте патриарха, появляется учреждение, которое сначала называлось Духовный коллегиум. И это принципиально. То, что в самые первые дни своего существования они отбили себе право называться синодом, это сами синодалы, и это уже маленькая победа синода. Да, это мелочь, надо, я сейчас объясню. Да, надо пояснить, что синод – это вообще собор. Да, да, синодос по-гречески собор. И это такая игра слов, которая позволила, кстати, легитимизировать в глазах патриархов. То есть, в принципе, малым, так сказать, да, патриаршим синодом – это вот постоянный соборик, который всегда был под руками Константинопольского, например, патриарха, да, из епископов, которые даже вот прилучились, если надо было что-то обсуждать, да, это нормальная практика. И, в принципе, вот духовный регламент, документ, который вышел, достаточно обширный документ, который целиком написал Феофан Прокопович, ну, Петр его правил, конечно, это совместное творчество, но в основном Феофан. То есть, когда есть свидетельство, когда они, значит, переписывались, или встречались, и так, немножко заговорчески, они особо сначала никого не посвящали. Это был серьезный же все-таки переворот. Никогда такого не было в жизни русской церкви. И они так это иносказательно
Ну, скоро там, Петр спрашивает Феофана, ну, готов почти наш патриарх, куколь дошиваю. То есть дописывает, да, это вот такой коллективный патриарх, коллегиальный. Куколь дошивал ему, дописывал, значит, это положение. Там очень много, там, вся, там три части, вся первая часть, это вот как раз описание вин, то есть причин, почему так надо. И там все понятно. Значит, при многости голов, так сказать, меньше повода гордыни, меньше, там, где один правитель, там всегда страсти, и всегда, значит, и чтобы не было царю никакой вот этой, я говорю все время своими словами, никакой оппозиции. И тогда, чтобы народ, где у нас темный, он где видит единого главу, там, патриарха, сразу начинает его равнять с царем. Говорит, это беда какая, да, значит, народ у нас такой. Чуть что, сразу, значит, наделяет человека. А в государстве, в подлинном, вот уже, это уже, в общем-то, европейское создается государство, такого быть, конечно, не должно. Он должен быть один источник власти в этом, при этом абсолютизме. И там очень много подробно об этом написано. Когда это переводили для восточных патриархов, а без их легитимизации Петр все-таки бы не дерзнул. Это действительно очень серьезно. Очень к этому подходил. Он ждал, там, в общем-то, с таким... Ну, как бы сказать, немножко переживая, какой будет ответ оттуда. В 21 году это перевели на греческий. Перевели очень многое, опустив. То есть патриарх действительно получил искаженную картину. Там не говорили, насколько это подчинено государству. Ну, просто мы коллегиальны. Вот, как бы такой вот... вы же понимаете, что такое синод? Да, это же вот соборность даже, можно сказать. Да? То есть, ну, и, то есть у патриарха действительно, ему все пригладили эту картину как могли. И патриарх действительно сначала написали двое, константинопольский и антиохийский, остальные то ли умерли, то ли болели, а потом остальные подписали. Что мы признаем святейший правительствующий синод, он уже тогда, там, в 22-м году они писали, он уже синод назывался, своим во Христе братом. То есть таким коллективным, коллегиальным братом. То есть это было главное. Петр добился, во-первых, надо сказать, что Петр ну, со своей церковью обходился да, вот, определенным образом, уже выстраивая свои отношения. А с восточными патриархами порой, ну, насколько он был это самый религиозен или нет, он советовался по серьезному вопросу. То есть когда ему войску нужно было получить разрешение не поститься, официальное разрешение русскому войску, он пишет, он спрашивает не местоблюстителя Стефана Иворского во время войны, это польский поход, он спрашивает патриарха Косьму. То есть он вообще в плотной переписке состоял, он всячески старался их поддерживать. Вот туда он дарил очень много и очень богато одаривал. Потому что, в общем-то, ну, можно сказать, что в определенном смысле они всегда были на содержании русских царей. И вот этой традиции Петр не порывал. Он знал, что от него им нужна будет какая-то легитимизация и определенная поддержка. И он богато одарил. Я думаю, что, в общем-то, поэтому-то они закрыли глаза. Да, я не думаю, что они были сильно глупыми. Прекрасно они понимали, что это очень странная конструкция, да, вот это упразднение патриарха и все прочее. Но в значительной степени щедрые дары Петра, они, так сказать... Очень, не очень влияют. Много времени. Да. Мне бы хотелось все-таки перейти. Каковы минусы-то все-таки синоды и не только синоды, да? То есть что еще там реформирует, ну, возьмем монашество, да? Его очень, мягко говоря, не... Ну, Петр бы вообще, может быть, рад бы был его отменить, но все-таки это слишком серьезный шаг. Он как мог уменьшал количество монастырей, как мог уменьшал живущие в нем братья, особенно, знаете, вот всяких вот трудников непостриженных, да, и не, ну, полно все. Действительно, то есть были проблемы, и чистки монастырей где-то, может быть, были даже, конечно, и нужны. Ну, то есть, потому что, ну, при нашей такой доброте, при вечании всех русской, там... так сказать, всякого народа тоже проживало, да, и там были разборы постоянно монастырей, но главное, то есть за отсутствием у нас большого времени, то есть когда анализировали, ну, более-менее беспристрастные истории, понятно, что в синодальное время писать об этом было сложно, хотя критика началась уже тогда. То есть смелые люди критиковали даже сразу после создания, то есть при Елизавете, там была партия оппозиционная уже при Петре II, то есть говорили, что надо отменить это, только недавно созданное странное явление. При Елизавете Петровне дважды подавались, там, в 40-е годы, дважды подавались, там, в 50-е, 52-е, еще в каком, дважды подавались прошения о восстановлении патриаршества. Это тогда действовал еще, не, которого потом уморили при Екатерине уже, Арсений Мациевич, значит, один из митрополитов. Второй был тоже очень известный, Авросий Юшкевич. То есть они писали проекты по восстановлению патриаршества. Открыто все, открыто протестовали. И потом, и, в общем-то, в принципе, то есть оппозиция была, но ее, в общем, достаточно глушили. Да. Вот. А где когда-то жестче, как при Анне Иоанновне, там вообще ничего было, нельзя было сказать. При Екатерине тоже вот Арсений Мациевич уехал, и мученик у нас появился в Новых Святцах. Ну, вот, умученный своей же православной властью, что очень-то звучит. Да, священномученик в 18 веке, это такая себе история. Вот. И, то есть была оппозиция, и когда, ну, внятного научного анализа не было. И вот, знаете, на самом деле, первый такой научный анализ, такой достаточно критический, за год до революции, в 1916 году, появился прямо такой нашего юриста, канониста, правоведа Верховского,
который в Варшаве жил, преподавал, но потом с нашими войсками отступал, шла Первая мировая, и книгу он издал в 16-м, уже, по-моему, на Кубани у нас. Называется прям вот подробный разбор документа «Духовный регламент» и вообще первоначального создания вот этой духовной коллегии. И он просто выносит, ну, определенный, он даже не то, что специально судит, он анализирует текст и говорит, что, ну, по сути, вся эта конструкция, это только названная по-другому генеральная консистория немецко-шведского типа. То есть там просто все оттуда взято. А духовный регламент, он сравнивает тексты, ну, конечно, облеченные в парчевые ризы, значит, православные вот эти словес, вот этих плетений византийских, по большому счету, это то, что называлось в протестантских странах церковный закон, Kirchenordnung. То есть, абсолютно такая история. То есть, по сути, Петр ну, не просто что-то рихтует в управлении, он просто создает иную модель. И это, вот, наверное, главное все-таки. Главный минус не в том, что это было совсем там не канонично, или, как некоторые говорили, 200 лет у нас, можно считать, не было церкви. Но тоже слишком сильно, у нас были святые, и, в общем-то, это же епископы управляли. Да, конечно, как пишет отец Александр Шмеман, да, формально нельзя признать это совсем незаконным. Да, то есть, признали даже патриархи восточные. Да, то есть, была принятие Вселенской церкви. Проблема даже не в этом. Поэтому, ну, синод, там, и синод имеет место быть. Но проблема скорее в той вот именно психологии церковно-государственных отношений, которая возникает. Это абсолютно протестантская модель. То есть, помните, это с 16 века, когда появляется реформация, да, то есть, чья земля, там, чья, того и вера. Да? Цуис регио, эюс религио. Да? То есть, в общем-то, то есть, Петр, путешествуя много по Европе, просто видит, что ему больше всего подходит модель, когда глава государства является одновременно главой церкви. Более того, его к этому склоняют, его советуют. И он был там в переписке, по-моему, с Вильгельмом Оранским, которому писал: «Государь, ты никогда по-настоящему не станешь настоящим монархом, пока не будешь главой своей церкви». Это очень важно. То есть, это голландский такой опыт, да, который Вильгельм, ну, это, и английский. И понятно, что пока Петр еще не нащупал себе, значит, достойного ну, так сказать, помощника, который может это воплотить в текст, и все так облечь красиво, чтобы преподнести это православному народу, что сделал Феофан Прокопович, да, было сложно, Петр колебался. И вот, значит, у них появляется. То есть, фактически, это действительно протестантская модель, в которой власть, более того, до 1901 года все наши епископы, начиная с учреждения синода, подписывали знаменитую присягу, которую только вот Николай II отменил, в которой первый пункт: признаю главным судьей православной, значит, греко-католической церкви царя. То есть царь признавался верховным судьей, то есть главный судья, там формулировка, ну, по сути, главой церкви. И, ну, и там много было других вещей, которые, в общем-то, они, так сказать, ну, подписывались и выглядят очень странно сейчас. Вот. И на самом деле это именно вот, ну, понятно, что он управлял не напрямую. В следующем году после основания синода там появляется такой орган, как обер-прокурор синода. Это абсолютно калька с сената. В сенате был генерал-прокурор и обер-прокурор, значит, только назывался по-другому. Сначала, конечно, и там его была функция такая аккуратная, просто следить за тем, чтобы не нарушались государственные законы в ходе деятельности иерархов. Да? Но очень быстро он превратился из простого поверенного в церковных делах, или там око государева, или стряпчий, значит, как в церковных делах. То есть очень быстро, ну, по крайней мере, к началу, к рубежу 18-19, это уже стала абсолютная фигура, которая гораздо больше влияет на решение церковных дел, чем иерархи. Иерархи постепенно превращаются, ну, действительно, в статистов. Не всегда, не все, но были активны люди, которые пытались с этим как-то там свою выстраивать позицию. Но в целом, если мы смотрим на время там Голицына при Александре Первом, который даже умалил синод, сделав синод одним из одной из двух составных частей вот этого двойного министерства. То есть синод даже перестал напрямую подчиняться императору. Это вообще было умалить. Слава богу, после Голицына это закончилось, но вот Голицын объединил синод с министерством образования, по сути, да, просвещения. Вот, и стал главой двойного министерства. То есть обер-прокурор синода подчинялся сначала Голицыну, а потом, да, только это вообще совсем уже. Это даже не уровень министерства, это уровень департамента. Министерстве. И все эти, значит, там и Протасов при Николае Первом и прочие другие, ну, вплоть до Победоносцева, конечно, это люди, которые... Вот это, наверное, самое главное. Это, ну, в общем-то, сильное... А как это отражалось вот на, условно говоря, на бытовой церковной жизни? Ну, мало ли там что-то наверху структурируют, понятно, делают. Что на уровне бытовой церковной жизни не всегда настолько, так сказать, да, сохранилось, но бытовая церковная жизнь, она на разных уровнях разная. То есть на уровне епархии, да, тоже архиерей уже любой прекрасно понимал, кто его начальник, да, то есть это, и как Победоносцев гонял, так сказать, и иерархов, и была ли польза для церкви, вот, ну, то есть приход может нормально, вообще епархия, да, и входящие в нее приходы могут нормально существовать, там,
практически в отсутствие внятной НАТО какой-то архиерейской, да, ну, власти. Многие вопросы, ну, сложно было решить, потому что, ну, при победоносстве средний срок пребывания епископа на своей кафедре 4 года. Угу. Ну, то есть ротация раз в 4 года – это такая себе история. И при этом мы, конечно, вспоминаем апостольские постановления, которые требовали, чтобы епископ был как муж одной жены, да, был, да, условно и говоря, для... И понятно, что вот эта чехарда, она не сразу, то есть это не сразу, да, то есть при победоносстве это просто пик, он никому не доверял, и чтобы епископ не пустил корни, он вот просто, ну, это даже по Самарской епархии статистика бьется, там, с 1890 там 4 по 1914, 20 лет у нас 5 человек. Ну, то есть раз в 4 года примерно. Так что, причем, если один был долго, другой был полгода, как у нас один был епископ. Mm-hmm. Учитывая тогдашние сроки перемирия, въехал, сразу почти выехал. То есть толку от того, что он тут подписал кучу бумаг, которые поменяли всю внутрицерковную епархиальную политику предшествующего архиерея и уехал. Там, то есть, ну, то есть, это первое. Первое, это, конечно, вот это вот... Причем, как пишет отец Александр Шмеман, да, это же игра в одни ворота. То есть изменилось отношение церкви, государства, скорее, к церкви, рассматривающего как, ну, просто один еще из своих институтов. Что для вот этой протестантской модели это, ну, вот, государь управляет всем, да, и одно из министерств у него, вот, значит, собственно говоря, духовное. Вот. Но церковь продолжала смотреть все-таки на царя в византийских моделях. Согласитесь, как на помазанника, mm-hmm. да, это и связано было и с чином. Mm-hmm. То есть получается, что поменялось, но несколько однобоко, да, то есть вот, вот это вот, в этом, как пишет отец Александр, вот в этом диспропорции, да, главная ложь на дальнее время. Церковь, на одно и то же мы смотрели с государством по-разному. Церковь смотрела, как она еще пыталась видеть в этом все равно царскую, вот, ну, какую-то симфоническую модель, а понятно, что государство внутри себя, начиная с такого вот совета Петра и Феофана, уже смотрело на все совершенно по-другому. И второй важный момент, который, вот, если мы заговорим, который не было бы, наверное, в таком виде без Петра, то есть не было бы вот этого, ну, огосударствления, да, и не было бы вот этой протестантской, это, по сути, протестантская модель, только приукрашенная такими всякими, значит, этими финтифлюшками православными. Вот. А второе, чего бы, наверное, не было в такой мере, это появление духовенства как замкнутого сословия. То есть духовенство как сословие рождается благодаря этому всему. То есть, начиная с Петра, начинается достаточно жесткое ограничение. Он сначала чистит духовное сословие всяких. Он положительно смотрел на то, когда из него выходили. Ему нужны были солдаты, ему нужны были драгуны, ему нужны были кто угодно. Вот раздутое духовное сословие было не нужно. Во-первых, его почистили сильно. Вот, всяких поповских детей, причетников, всяких прочих, там, прочих, значит. Он даже очень радостно смотрелся, кто сан себя слагал и переходил с духовного сословия, там, да, и такие случаи тоже были, на какие-то советские работы. Человек, если грамотный, пригодится, там, нужны, там, образованные люди при его строительстве империи всегда. А вот вход назад в духовное сословие, да, то есть он выпускал оттуда, да, а вот вход был очень сильно ограничен. Если в 17 веке у нас была определенная... были определенные лифты, да, то есть у нас мог стать священником, и это часто было, потому что многие видели, ну, с одной стороны, видели и духовный потенциал, люди как бы, да, тянулись к этому, но кто-то видел в этом тоже и материальный, что проще там, да, как-то себя прокормить там, да, в духовном сословии, чем там в крестьянском. То есть и за 18 век, то, что мы имеем в 19-м, когда это абсолютно замкнутое сословие, и только народившись Поповичем, можно было, да, так сказать... Им стать. Это благодаря... Потому что Петр искусственно замыкает, потому что ему нужно... Он превращает духовенство в служилое сословие, одно из. Это грамотные, значит, они могут, что они могут. Там просвещением заниматься, образованием. То есть он же очень большой прагматик. Он только в церкви видел только то, что она может прагматического сделать. То есть, как Аксаков говорил, он просто не видел церкви как духовного организма. В принципе, как тело Христово точно не видел. Как институт, который может пригодиться государству, да. Ну, вот это такой западный склад. И вот на этом мы поставим точку. Спасибо огромное. Разговор крайне интересный, содержательный. Мы в следующий раз с вами поговорим все-таки о каких-то плюсах реформ Петра внутри церкви. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Присоединитесь к нам в следующий понедельник. Не пожалеете. Храни вас Господь.